В Завьялово завершилась 40-я летняя олимпиада сельских спортсменов. За три дня было разыграно 57 кубков и более 500 медалей. Напомню, впервые олимпиада состоялась в 1977 году, с тех пор ее решили проводить регулярно. И каждый раз районы края борются за право принять старты. На этот раз олимпиаду принимал райцентр Завьялово. Все три дня кипели нешуточные страсти. В последний день на площадках выявляли лучших в футболе, волейболе и баскетболе. По итогам первое место в футбольном турнире занял Шипуновский район, в волейбольном – Тальменский, в баскетбольном – Бийский. В общекомандном зачете, я напомню, что соревновались сельчане по 11 видам спорта. Победу в районах с населением менее 20 тысяч человек праздновали хозяева турнира, представители Завьяловского района. Среди районов, где живут более 20 тысяч, лучшими оказались спортсмены из Благовещенского.